Дом построен в классическом стиле. Есть свой уютный дворик, окруженный растительностью. Также есть летняя кухня со всей нужной техникой. Вся территория двора и прилежащая местность дома окружена камерами наблюдения, чтобы обеспечить безопасность. Также на всех ступеньках снаружи дома есть обогрев, чтобы снег не застаивался. Парадный вход украшен японскими кленами и газоном, за которым всегда ухаживает управляющая компания. Просторные прихожие, все гардеробы и встроенная мебель, кстати, сделана компанией King Macon по итальянским стандартам. Во всех комнатах поставлена итальянская мягкая мебель. В целом весь дом уже готов к заселению. На кухне даже есть вся бытовая техника, кстати, из Европы. Сантехника от итальянского бренда SMEC, как и во всех санузлах дома. Всего в доме 4 уровня. На втором этаже две большие спальни, каждая со своим оборудованным гардеробом, отдельным санузлом и мягкой мебелью. Все импортное. В холле еще есть выход на свой приватный балкончик. На третьем этаже у нас есть две детские комнаты. В подвале есть своя комната отдыха с массажным столиком, душевые кабинки. Котельная тут тоже сделана с умом. Запаса хватит на 3 дня.